Современный вариант приготовления ароматного грибного супа со сливками. Вкусный и сытный, легкий в приготовлении. Его можно приготовить из любых грибов. Нежный сливочный вкус этого супа покорит вас. Вкусный и ароматный грибной суп можно приготовить не только осенью, в пору сбора грибов. Такой суп можно сварить из замороженных грибов и из вешенок или шампиньонов. Рецепт приготовления супа довольно простой и быстрый. Овощи не обязательно пюрировать. Суп можно подавать к столу в более привычном виде. Но мне современная подача нравится. Надеюсь, что вам понравится этот рецепт, в котором рассказано, как приготовить грибной сливочный суп. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовим ингредиенты для супа. В первую очередь очистим картофель, помоем и нарежем на небольшие кусочки. Выкладываем картофель в кастрюлю и заливаем водой примерно на 3-4 см выше картофеля. Ставим варить. Очистим чеснок, лук и морковь. Лук нарезаем мелкими кубиками. Морковь натираем на терке. Чеснок мелко порубим. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем лук, морковь и чеснок на среднем огне. Подписавшимся, больше вкусностей. Шампиньоны тщательно моем и нарезаем на кусочки. И отправляем грибы на сковороду, обжариваем, помешивая, до легкого золотистого цвета. Перекладываем содержимое сковороды в кастрюлю к готовому картофелю и проварим еще минуты 2-3. А теперь с помощью блендера перебиваем суп в пюре. Можно использовать и погружной блендер. Переливаем получившееся пюре обратно в кастрюлю, добавляем сливки, соль и перец по вкусу, перемешиваем и доводим до кипения. Наливаем суп в тарелку и добавляем мелко нарезанную свежую зелень. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Шампиньоны, 250 грамм, можно любые грибы. Картофель, 4 штуки. Морковь, 1 штука. Лук репчатый, 1 штука. Чеснок, 1 зубчик. Сливки, 200 мл. Растительное масло, 1,5 столовые ложки. Соль, 1 чайная ложка, по вкусу. Перец черный молотый, 2 щепотки. Зелень свежая, 20 грамм. Количество порций, 3-4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Жду вас снова.